Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ждем людей. Чекам. Да они все в школу приехали. О, Максон. Блин, я села на перчатку, прикинь. О, Саня! Саня, ты знаешь, где я, Саня? Здорово. Ты кто такой? Я тебя не знаю. Саня, смотри. Не волоёб, твое любимое слово. Не волоёб. По Васильчук присоединился. У меня видочек здесь. Надо повернуться как-то. Я тебя тоже не знаю. Будем знакомы, я Даша. Саня, я видела, боже, так офигенно, серьезно. А у нас тут, короче, тупо все. Да, приглашенные читатели. Я, короче, что я делала? Я сегодня катаемся, и тупо у нас все растаяло, и так вообще пиздец, ужасно кататься, ужасно. И я на сноуборде это убийство. Но Полина у нас гонщица. Да нахуй. Извините, мы просто очень сильно матюкаемся, потому что мы живем в Бурсе. Простите нас, пожалуйста. Фристайл от меня. О, давайте, фристайл от Полины. У вас +3, а у нас +6. Ты когда приезжаешь? Я через 2 недели приезжаю, я в пятницу уже буду. Ну, в пятницу, в субботу где-то плюс-минус. Мне просто в пятницу контрольная, я вот думаю, идти в школу или не идти в школу. Или уехать вечером в четверг. Саня, когда мне приехать? В пятницу утром? Либо в субботу утром. Сегодня. Я уже выехала, Саня, я уже на границе. Сейчас поедем. Сегодня в 5. А что в 5? А, сегодня у этого? Подожди. А когда киса празднуют? Сегодня вечером, Саня. Обязательно, ребята, я уже выехала. В пятницу. Алло, меня, короче, киса пригласил, а я такая, ты мне оплатишь билеты в аэропорт? Я прилечу обязательно. Фристайлер, давай. Давайте лайки за Полину фристайлера. Сейчас она как трючок сделает. О, блин, кстати, под этим такой офигенный снег. Ой, у меня все наушники мокрые уже. Я, короче, недавно наушники в чай опустила. Ай! Плюс в том, что у меня есть палка. Да иди ты! Плюс в том, что у меня есть палка. Включи только заднюю, потому что херовое качество. Кстати, фристайлер! Красавчик. Винт называется жаба на лыжах. Жаба на лыжах. Давай. Поехала. Сейчас. Подожди, я приближу. Опа, давай. Оп, смотрите. Оба нахуй. Оба-на. Смотрите, сейчас задом поедет. Полина, аплодисменты! Еблысь, Саня, ты так не умеешь. Как? У меня перчатка. Ёбнусь. На GoPro? Да. Вот так? Да. Я снимаю, все видно. Все видно? Пожалуйста. Я не могу остановиться, лезь, пожалуйста. Стой, лядь. Стой. Сейчас, о, подожди, дай, вот так, вот, подопрусь. Поближе пододвинь. Вот так, отлично, все. Заебище. Она без меня вообще не справилась. Я ее и на подъемник таскала. Мне просто влом было отстегивать ногу. Отвечаю, Коля. Хорошо. Погнали. Погнали на. Съемка на GoPro. Да давай. Как? Я прилеплю на шлем и поеду. Ты будешь, будет херово видно. Охуенно будет видно. Да я вот так вот буду снимать. Таша, я быстрее езжу. Давай. На. Только переключи. На. О, Лизочка, смотри. Блин. Лиза, смотри. Ты видишь? А я сейчас отойду и дуб идешь.
скотчем примотать. Да, мы скотч всегда носим с собой. Все свое ношу с собой. Если я сейчас уеду, Даша упадет. Кто хочет видеть, как Даша упадет? Ставьте лайки, и Даша упадет. На счет три. Я не упаду. Отпусти нахуй, да. Мы едем, давай. А если телефон упадет? Ты получишь, блядь. Давай я с палками. Не, я не буду ехать с твоими палками. Сама, блядь, едь. Да ну стой, ты меня это толкаешь. Стой! Блядь! Ехать? Хорошо, ехать, погнал. Скорость 50 км в час, чтоб вы знали. Понятно. Ладно, я поехала, я нормальная. Я сейчас упала. Это наша Дарья. Ставьте лайки за то, что Даша упала. Она специально для видео упала. Ой, она даже... Я ее не вижу, ё-моё. А, я ее тоже не вижу. Как всегда копается. Даша, ё-моё. Hello. Главное, чтобы никто не побачив. Чому такі дебіли? Андрій, помахай! Андрій теж сноубордіст. Одна я лижна, колотушка. Зараз я пойду возьму у неї інтерв'ю. Расскажи. Я такая еду. Я не могу остановиться, потому что очень скользко, я не могу взять кан. Смотри, такая, у меня наушники дрочат. Невероятно, просто невероятно. Что на? Что нас на? Никто не смотрит, от нас все отказались. Это все потому, что ты взяла камеру в руки. Дай мне. Сейчас я отдам бы. Все увидели мое страшное ебло. Нас никто не смотрит, 6 просмотров. 5. Пиздец. Интересно. Проэкспериментируем. Я поднимусь на подъем, я нельзя. С камерой. Перископом? Да, с перископом. О, бляха. О, послушаем польский диалог. Нет, монолог. Оп. Давайте, потому что тебе удобнее будет. Что, мне ехать удобнее с камерой? Очень интересно смотреть, как на буде ехать. Ладно, давай. Тогда я тебе поеду. 4 просмотра, Даша, от нас отказывает. Полина, пленка сзади отпадает. Твои проблемы. Если я сейчас не схвачусь и упаду своим телефоном, я буду очень сильно долго смеяться. Дуже цікаво, Даша, дуже. Дуже сильно. 3 чоловіка. І причому, походу, навіть, коротше, нету навіть цих чоловіків. Даш, я